Пойдемте посмотрим на голливудский сайн, знаете, когда там это над горой написано Hollywood. Пойдемте посмотрим там, или пойдемте в Сан-Франциско посмотрим на мост. Для них это пошел мост, видел, 100 раз уже видел этот мост, зачем? Идемте в мол. Для меня это шок. Ты что? Ты же здесь живешь, тут такие красивые места, города, вещи. Для нас это такая мечта, просто там быть, сфотографироваться, не знаю, увидеть. Для них это, ну и что, ну и пошли, я лучше пойду в мол, куплю себе новые джинсы. Но это не все, это, я не хочу generalize, говорить, что все такие, но много из моих друзей не такие, к сожалению. Анжелика спрашивает, говорит, ну наконец, расскажи о самом переезде, как и почему, как ты адаптировалась, родители, как дальше развивалась и пришла к YouTube. Приезд, я очень быстро адаптировалась к этой культуре, так как я всегда хотела здесь жить. И не знаю, я такой человек, что мне очень легко адаптироваться под любую культуру. Я как хамелеон, можно сказать. Конечно же, я все равно наполовину русская, наполовину молдаванка, это все равно в моей крови, но мне очень легко адаптироваться к культурам, выучивать язык, жить здесь. И поэтому мне было очень легко. Я как бы через 6 месяцев мне уже люди принимали за свою. Ну, конечно же, все по-любому слышат мой маленький акцент, от него избавиться просто невозможно, вот. Как дальше развивалась и пришла к YouTube? Вообще, я начала учиться в колледже на дизайнера интерьера, и мы переехали, мы женились с мужем, потом мы переехали в South Carolina, это прям совсем другой конец Америки, мы жили здесь, где я сейчас живу, мы переехали в South Carolina, и мне просто там было очень одиноко, и делать нечего, и мне там никогда не понравилось, поэтому мы через 2 года сюда переехали, но это другая история. Поэтому я начала делать видео на YouTube, потому что мне было очень грустно, и у меня друзей там не было. Просто не знала, что делать с собой целый день. Я просто включила камеру и сказала всем привет, меня зовут Эвелина, давайте будем дружить в интернете. Хельга спрашивает, какая твоя девичья фамилия? Моя девичья фамилия Карташова. В какой школе ты училась в Молдове? Я училась в лицее Петру Рариш в Кишиневе. Петру Рариш, репрезент. Да, вот обычная школа.